Полное описание и точная дата выхода 65-й серии турецкого сериала «Однажды в Чекурово». 65-я серия сериала выйдет в эфир 24 сентября. С русским переводом серию вы сможете увидеть уже на следующий день. В новой серии мы увидим, как Йылмаз очень сильно переживает и винит во всем себя. Ведь он как мужчина не смог защитить свою женщину. Он не смог решить ее проблемы. И даже ее раны Йылмаз не залечил. Зулейха сообщила Йылмазу о том, что на самом деле Аднан его родной сын. И он его биологический отец. Такого поворота событий Йылмаз никак не мог ожидать. И эта новость его шокировала. Его душа и сердце очень сильно страдают из-за того, что Зулейхе пришлось многое пережить. Йылмаз должен принять важное решение, как ему теперь поступить дальше. В семье Демира очень тщательно скрывались самые сокровенные и темные тайны. И теперь они стали всплывать наружу. Спустя много лет мать Демира решила отправиться в другой город, для того, чтобы встретиться с женщиной, которая разрушила ее и свою собственную жизнь. Сейчас она пытается отомстить ей за прошлое, или же хочет забрать то, что ей не удалось тогда. Давняя соперница отвечает Хинкар, что она никогда не воспринимала это за настоящую любовь. Для нее самое главное было выйти победительницей. И для этого она готова была все сжигать на своем пути и разрушать. И сейчас наступил момент, когда Хинкар должна будет поплатиться за все совершенные ей действия. Напомним, 65-я серия сериала выйдет в эфир 24 сентября. Нравится сериал? И ждете выхода новой серии? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.